Всем привет! Пришли на пляж на центральный. Сегодня 1 июля. Посмотрели где-то в новостях, в статьях, что много божьих коровок, но пришли специально посмотреть. И пока ни одной божьей коровки тут не нашли. Отдыхающих очень много. Все отдыхают. Море холодное. Сегодня такой ветер. Ну, прохладно, хорошо, солнце. Вода у берега такая цветущая, но дальше проходишь, вода достаточно чистая, нормальная. Море бодрящее, прохладное. Новороссийский вас встретит памятник горящей воды, памятник морской славы России. Там же, в порту, вы сможете подняться на победоносный крейсер Михаила Кутузова, который сейчас является военным музеем. И поедем с вами в Кабардино. По дороге зайдем в Марину Рощу для дегустации вина, коньяка и чая. Продолжим свое путешествие в волшебный мир старого парка, где на архитектурной машине времени вы окунетесь в историю. Кукурузу можно купить за 100 рублей, пожалуйста. Вино домашнее, чача, домашняя кукуруза. Все покупаем.